Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». И я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня бонусник. Называется он «Бум Босса». Это не призыв к каким-либо действиям. Я никого не призываю вкладывать. Просто делюсь с вами информацией, где я зарабатываю. Значит, стартовал проект вчера. Здесь дается бонус при регистрации на мощность. Есть чат. Далее что? Тут статистика, бонус к скорости. Все пользователи бесплатно получат бонус. Деньги на балансе начисляются даже без пополнения. Вывод от 1 рубля. Минимальная сумма выплат всего 1 рубль. Партнерка 10%. Сертификат, выделенный сервер, статистика, так? Далее, что пользователю 1130, онлайн и баланс 31 тысяча. Главное, вопросы-ответы почитайте, правила. Есть группа ВКонтакте. Кто захочет, так, вступить в группу. Я в группу не вступила, вы участник. Так, группы, чат или что там, Телеграм, я еще не заходила. Контакты и email. Вводим сюда Payeer кошелек. Так. И код с картинки. И нажимаем «Войти». Это и регистрация, и авторизация. И пошла денежка капать. Так. Значит, здесь наша статистика. За 1 час, за 24, за 6, ну и так далее. Так. Значит, кабинет, покупка, вывод. Пока я еще ничего не пополняла. Посмотрим заглушку. Значит, минимальная сумма рубль. Так, получить выплату и просят, чтобы отзыв ВКонтакте. Payeer, как бы, стоит будет сумма. Нажимаем выплатить. Так, выплаты моментальные. Так, запрос на вывод доступен раз в сутки. Но я здесь не вижу заглушек, как бы. Значит, заглушек нет на вывод. Можно без вложений. Так, вывод. История сотрудничества. Это что у нас здесь? Ага, наша партнерская ссылочка. Рефералы. Операции. Ну и выход. Я пополню. Вот здесь статистика. Видите, рефералы, пополнение, пополнение, вывод. Значит, проект платит. Как бы я все тут уже посмотрела. Я пополню на 15 рублей. Я рискую своими деньгами, ну, а вы уже сами. Доход в день составит 2,59. Нажимаю «Пополнить». Перебрасывать на платежную систему и далее по схеме. Так, я пополнила. Значит, 15 рублей. Моя скорость увеличена. Вот бонус к скорости. Видите наш? Так, давайте посмотрим операции. А вот мой, как бы, здесь все идет в режиме реального времени. Мой кошелек, мои 15 рублей. Пополнение. Вот как бы. Вывод люди уже выводят. Опа, как бы. Кто на сколько? Кто на 13 рублей, кто на 6, на 10, на 3 рубля. Минимальное пополнение здесь от 1 рубля. Ну и вывод от 1. Вот такой вот бонусник. Я поделилась с вами информацией, ну а решение уже за вами. Надо вам он или не надо. Решает лично каждый. На этом буду заканчивать. Вывод, естественно, буду проверять, ну и мониторить. Я его, конечно, тоже буду.
время от времени. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.